213 миллионов рублей из инвестиционного фонда будут направлены на строительство объездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в Новочебоксарске. Соответствующее распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Ранее 25 октября этого года решение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований для полигона ТБО в Новочебоксарске было одобрено на заседании правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющей общегосударственное, региональное и межрегиональное значение. По мнению заместителя министра регионального развития России Сергея Даркина, посетившего Чувашию 20 сентября текущего года, полигон ТБО в Новочебоксарске достаточно эффективен и рентабелен. Единственное, надо дать толчок для дополнительного развития, чтобы его быстро построить, заметил тогда чиновник.